Больше 100 миллиардов рублей составил консолидированный бюджет края за прошлый год. Такие цифры впервые в истории. Общая оценка – профицит в пару миллиардов. Собственные доходы на Алтай выросли. Значительными оказались и федеральные дотации, так что власти закрыли долги муниципалитетов. Но вслед за краевыми ведомствами депутаты призывают проверять расходы и в районах. Такие же подходы должны применяться по отношению к бюджетам муниципальных образований. Иначе мы те 2,7 миллиарда, которые мы направили в течение финансового года на помощь финансовую, может просто раствориться. К жесткому контролю призывали и те депутаты, которые скептически отнеслись к профициту бюджета. Василий Железовский от «Справедливой России» не понимает, почему при возросших доходах зарплаты бюджетников не выросли, а сотни рабочих мест сократили. По его прогнозу, этот год будет не проще. Но у властей есть план по решению проблемы. 5 миллиардов у нас пока расчетный дефицит. Посмотрим, как будет идти освоение. Постараемся нашу долговую политику держать примерно в тех рамках, которые мы наметили. И в случае, конечно, необходимости прибегнем к определенным заимствованиям, скорее всего, в форме выпуска государственных облигаций. В итоге отчет о бюджете приняли во втором чтении. Еще одно изменение, которое обсудили депутаты – увеличение квот на трудоустройство инвалидов. Раньше они распространялись на производство с коллективом от 100 человек. Теперь же эту границу по всей стране опускают до 35 сотрудников, существенно расширяя список предприятий. Сегодня у нас трудоустроено 11 тысяч инвалидов всего. Трудоспособного возраста у нас 52 тысячи инвалидов. Это касается инвалидов всех групп, но предполагается, что на данные рабочие места преимущественно будут выходить инвалиды третьей группы, которых у нас большинство. Также сегодня народные избранники продлили полномочия Бориса Ларина на посту уполномоченного по правам человека в Алтайском крае и ушли на каникулы. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Николай Шелко. Наши новости.